Они всегда стремятся действовать. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Обычно эти личности очень амбициозны, энергичны, инициативны, активны. Носителю этого имени свойственна самостоятельность и объективность. Эти качества для жизни хороши, даже очень нужны. Иногда эти люди боятся обидеть интересы других, что идет вразрез с их собственными позициями. Такая деликатность и податливость может помешать достичь нереальных высот. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Владельца этого имени всю жизнь может кидать из стороны в сторону. Без посторонней помощи они могут так и остаться у разбитого корыта. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквой «Х», вы не встретите. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.